Blender 2.83 и продолжаем пока рассматривать именно прыжки. В этом ролике давайте рассмотрим прыжок с кульбитом. Погнали. Так, опять же персонаж, единица на нампаде. И делаем то же самое. Сначала делаем G. Опускаем руки. Ставим его именно в какую-то свободную позу. Расслабленную можно. Так, вот G. Опять же R и G чуть-чуть вот так вот. Ну, в принципе, пойдет. Тройка на нампаде. И нужно, чтобы он теперь прыгнул, кувыркнулся и встал на ноги. Так, первая поза. Прописываем ее в таймлайн. Так, и лоб рот. Теперь перекручиваем, чтобы был 5-10 кадр. На 5 кадр теперь переключаемся. И попробуем теперь сделать вторую именно позу. Выбираем руки через Shift, левая кнопка мыши. Тройка на нампаде и G как-то вот так их выводим. И R перекручиваем. G немножко приподнимаем. Теперь выбираем таз, G, делаем приседание, как бы вот так. Можно немножко R еще наклонить. Выбираем руки опять же. И G, немножко их в расслабленное состояние. И R, как бы вот так вот перекручиваем. Ну вот что-то в таком духе получается. Давайте это все первый раз делаю. Попробуем. Делаем теперь А и лок рот. Смотрим, что вот приседание пошло. Здесь должен уже быть толчок. Значит, выбираем таз. Так, тройка на нампаде. Выбираем таз. Жмем G. Еще повыше. Выбираем теперь костяшки вот этих ног. И делаем R. Вот так. И G. Вот. Вот образом. Ну а теперь руки чуть-чуть G подводим. Поближе. Вот так. Прописываем А и лок рот. Смотрим, что вообще получилось. Ну и теперь нужно все это дело в другую позу поставить. Выделяем персонажа и делаем на 15 кадре G. Переводим его вот сюда, R. Как-то вот так вот перекручиваем G. Выбираем ноги через Shift, левая кнопка мыши, тройка на нампаде. G вот так. Теперь выбираем руки через Shift, левая кнопка мыши, тройка на нампаде, G. Так, что тут получается? R. Теперь G отправим и тут подкорректируем. Делаем теперь английскую А. Делаем теперь R. Вот так вот. И ноги, по-моему, нужно сделать через G. Вот так и R. Что-то вот в таком духе. G. Рука пошла сюда, а та рука пошла вот так. Голова немножко R. И прописываем А и лок рот. Смотрим, что получается. Ну, в принципе, неплохо так. Еще подкорректировать потом пару моментов. Так, теперь выбираем опять же всю модель английская А, если не выбрана. И делаем R.
перекручиваем G немножко вот так вот сюда, вот, где он должен приземлиться, подставляем. Выбираем через Shift ноги и делаем G. Вот так. И R ступни перекручиваем. Теперь нужно подправить руки. G, R. Вот так. И G сюда. И вот эту руку тоже. R. Еще вот так вот перекрутить. И вот так вот. Угу. Есть такое дело. И немножко так подсогнуть. И G вот сюда вывести. Таз выделяем, G немножко припускаем. И прописываем А и локрот. Смотрим, вот пошел прыжок. Сейчас будет кувырок. Так, тройка на нампаде. Теперь делаем R. Перекручиваем вот в такую позу. G ставим где-то вот сюда. И тут надо как тузик грелку его согнуть. Так, R вот так. G вот так. Позвоночник. Перегибаем. Так, теперь что тут еще можно? Ноги выбираем, G поджимаем, G еще вот сюда как-то их выводим и R перекручиваем. Позвоночник еще R перекручиваем посильнее. И руки. Вот теперь пошли опять же руки. Перекручиваем G. R перекручиваем кисти. И G вот сюда выводим. Так, пардоньте. Наоборот, вот так вот. Раз. R. G. Так, вот эта поза уже посложнее. Так, это нужно проще сделать. G вывести руку вперед, перекрутить R кисть, вот в такую позу поставить и теперь сделать R, G и попробовать вот эту кость, вот эту R перекрутить вот так аж локоть. Так, эту кисть теперь крутим R вот так. Вот так. Многовато. Вот таким вот образом. И G. Так. Вот эту теперь G. Ставим ее вот таким вот образом. Где-то вот так. И вот эту кость еще надо локоть согнуть. Во. Вот эта поза. С этой рукой также поступаем. Выводим ее вперед. Смотрим, что она тут да как дает нам. И в принципе нужно перекрутить только вот эту кость. R. Чтобы локоть вывернулся вниз. Теперь делаем вот так. R и G. Подставляем. Вот так. И R перекручиваем в саму кость. Во. В смысле кисть. Ну и так вот ставим G. Что у нас тут получилось? А получилось, мама, не горюй. Так, нужно еще немножко кости вернуть назад как-то. R. Это вот сюда. Ну, в принципе, уже нормально.
Теперь английское А делаем R. Зад поднимаем кверху. Тройка на нампаде. Так, еще вот эту, наверное, таз весь полностью R перекрутить. Вот так вот. И вниз его немножко положить. И руки. Выбираем руки. Обязательно находим эти косточки. И G. Вытягиваем их вот сюда. И R еще немножко перекручиваем и G подставляем. Так, теперь ноги. Опять же немножко G поближе к телу. Ну, что-то в таком духе. И немножко корректируем голову. R. Вот так вот. Теперь туловище еще немножко R. Побольше согнем. Теперь G с руками немножко разберемся. Ctrl-Z не та кость. G вот сюда выводим руку. А эту G вот сюда. Смотрим, что тут получается. Таз выбираем, G немножко корректируем. Так. Ну вот что-то в таком духе. R чуть-чуть перекручиваем, чтобы он поровнее был. И кисти нужно приподнять. R чуть-чуть побольше. Вот так. G сюда к голове. Чтобы ниже уровня пола они не были. G. R. Пишем теперь. А, R чуть-чуть еще побольше. Выбираем опять же кости. Вот такая сложная поза. Так, и вот здесь косточку тоже находим. И делаем R. Вот, вот теперь пишем А, И, лок рот. Отключаем видимость костей и смотрим, что получилось. Стоит персонаж. О, нормально. Теперь 30-й кадр находим. Так, тройка на нампаде. Выбираем английское А. Делаем R. Так вот, G. Выбираем ноги. Оттаскиваем их вперед. Перекручиваем ступни. R. Немножко их. Вот как-то вот тут вот G. И вот опять надо крутить именно кисти рук. Так, вот она кость. Вот это вот. G. Вытаскиваем ее сюда. Верхняя поза, верхний вид. Раскручиваем вот так ее. R английская. И G подводим к коленям. Перекручиваем теперь R. Косточку, вот эту локтевую, выбираем опять кисть, G, и ставим на колени. То же самое повторяем и с этой. G, выравниваем, подводим до колена. Семерка на нампаде можно, если не видно. R, кисть перекручиваем в сторону колена. G, R, G, и вот так вот корректируем. Периодически смотрите, чтобы все касалось именно колен и не закрывалось ничем. Так, теперь вот эту косточку, которую мы перекручивали, R нужно вернуть на прежнее место. Прежний вариант. Так, где-то так.
посмотрим, что вообще получается. Вот так вот. Теперь включаем таз и таз G. Корректируем. Так, ноги немножко тоже можно. Хотя они пусть одна выше, одна ниже будет. Такого не может быть, чтобы они прям идеально ровно были. Так. Ну а теперь нужно вот эту кисть выбрать. Так, где она тут? Вот это делаем R, а вот это делаем сюда R, до колена. Прописываем А и лок рот. Смотрим, что получилось вообще. Тройка на нампаде. Ну а теперь должен он встать. Чтобы он встал уже с этой позой, чтобы не работать, она уже немножко, так сказать, испорченная. Давайте возьмем вот этот кадр, пятый, и сделаем Shift D и перенесем его на 35 кадр. Переключимся. Выберем теперь обязательно персонажа. Посмотрим, где он находился. Это вот метка должна быть. Вот хорошо, как я в прошлом ролике показывал, скачать шкалу 10, 20, 30, чтобы знать, где он остановился. Так, примечаем где-то вот здесь, на белой полосе между моделингом. Вот она. Выбираем персонажа и переносим его вот сюда. Моделингу и поставим руки назад. Так, выбираем через Shift руки, единица на нампаде, тройка на нампаде, G, ставим сюда R, G, таз, G, и голову можно типа R. Пишем А и лок рот. Переписываем этот кадр. Раз, падает. Вот здесь вот уже плоховато выходит. Весь ломанный, надо его немножко подкорректировать. Так, здесь он уже почему-то в такой позе. Ну, вот эти кадры полностью нужно переписывать. R, G, тройка на нампаде, R. Здесь он должен подняться. А, И, лок рот. И смотрим его. И еще нужно переписать вот этот кадр. Вот этот. Получается R. Выбираем руки. Через Shift G. И поднимаем их повыше. И R перекручиваем. Теперь получается... Перекручиваем назад косточку R. И вот эту косточку тоже можно R. Так, что тут у нас получается? Кисть R перекручиваем. G. Руку вытягиваем. Находим ноги, мать моя женщина, вот это его перекоробило. Так, это у нас
колени. Это нога. Вот эти косточки берем. И G. Вытягиваем их вот сюда. Пока делаем R и A и локрот. Смотрим, что вообще получается. Так, вот он встает. Сделаем сразу 40-й кадр. И давайте его выровняем. G. Выбираем руки через Shift. G их ставим вот сюда. И R. Так вот. Теперь G сюда. И позвоночник перекрутим. R. О. А. И. Локрот. Смотрим, что тут получилось. Ну, ничего, прикольно так. Так, отключаем видимость костей. Тройка на нампаде. Первый кадр. Ставим 40 кадров опять. И смотрим, что получилось. А получилось вот что такое, да? Можно сделать еще вот как. Вот эти кадры пока G убрать на всякий случай, вдруг пригодятся. Смотрим, что тут да как. Копируем вот этот кадр. Так, вот этот точно можно удалить. Delete keyframe. Этот кадр Shift D. Перетаскиваем его сюда. Переключаемся на него. И делаем R. Вот. Так вот, и G на пол вот садим, вот так, и голову, вот так, а, и локрот, во, ну вот уже что-то. А вот здесь нужно уже передвинуть персонажа G вот сюда и переписать A и локрот. Во. Смотрим, что здесь за кадр. Вот этот кадр, который делался, можно delete, а вот этот кадр можно G, и все-таки попробовать его назад сюда как-то пиндючить поближе к подъему, чтобы быстрее это все было. А вот здесь все равно его начинает ломать. Надо его переписывать по любасу. Так, что с ним здесь? Так, просто поправим таз. R. Перекрутим таз. Перешифт, выберем ноги, G, плат корректируем. Выберем костяшки колен, вот для чего они нужны, чтобы оп, и вернуть в исходное положение. Теперь делаем R вот так, голову перекручиваем, таз, R, немножко G.
R. Тут немножко перекручиваем G, подгоняем к телу. Ну и возвращаем руки на место. Как-то вот так, наверное. Поближе к ногам. Теперь G вот сюда и R как-то вот так вот. Раз. И G сюда. И вот эту кость. Вот эту. R перекручиваем. И подравниваем все словом. Так, ноги опять же поближе к заду. Английская А, тройка на нампаде. И R, G опускаем еще до низа. Переписываем А и блок рот. Смотрим, что получилось. О, ну уже более-менее. О, здесь он как-то уже крутится и встает. Вот такая штукенция. Так, смотрим. G немножко руку уводим. Так, вот здесь. Вот так. Раз. И вот так как-то будет поприкольней. И голову немножко R сверху. А и блок рот. Здесь ускорение. Здесь тоже ускоряется. Так, тройка нампади. Уменьшаем, смотрим. Так, вот этот кадр вообще надо R и немножко вот так еще перекрутить G. И голову уже как бы на подъем. А, и блок рот. О, уже прикольный. Опа, встал. Ну а теперь сделаю рендер и покадрово вам вот это все выложу в конце ролика. Можно его тут еще корректировать, конечно. Вот кадр можно здесь еще добавить. Промежуточный тройка на нам падет, где он прыгает. Можно подсогнуть вот эти косточки. Так, Shift выделяем. Тройка на нам падет, делаем R. Это можно еще... G немножко вперед. Вот эти можно перешифт выбрать. Тройка на нампаде. G поднять. И R перекрутить вот так. Ну и вот эти вернуть поближе к костям. G. Вот так вот. R немножко таз. Перешифт G.
перепрописываем А и локрот. Смотрим, что получилось. О, уже здесь движуха пошла на этом моменте. Вот так вот. Его можно еще R чуть-чуть перевернуть. И G немножко вот так поставить. А, И, локрот. Так, этот переписан. Подкорректируем вот этот теперь кадр. Его можно, в принципе, и delete. Так, где у нас тут что? Так, можно вот этот вообще подправить. G. Приседание ему сделать. И вот так вот еще R чуть-чуть перекрутить, английское А, G чуть-чуть посадить. Попробуем А, И, лок, вот смотрим, что получилось. Во, он уже присел. Получается какой-то толчок. Так, ну и вот этот тоже можно, наверное, переписать G, немножко R. G, руки уходят уже как бы R вперед. И немножко спина R прогибается, как бы вот тут. Во. Ну и немножко, наверное, колени можно подсогнуть. G. Вот так вот. И немножко R. Вот так. А, И. Локрот. Ну, вообще классно. Еще немножко с ним поработать. Подобавлять промежуточные вот эти вот моменты. Так, вот руки можно вот эти подальше. Нерв. G. И вот эту руку тоже можно. G. R. Так, вот так. И вот так. Типа подсогнуть. G. Чуть-чуть пониже, наверное. Это будет перебор. И таз немного. G. Вот так вот. Во. А, И. Локрот. Так, здесь руки еще ниже надо. Вот. И R. G и R. Вот эти части тоже немножко R и немножко G. Вот так. И немножко R. И голову немножко R. Во. А, И, локрот. Ну все, тут
теперь немножко доработать ее, дошлифовать, и будет прикольно. Все, всем пока, до свидания.